Всем привет! Ура, ура, ура! Время почты! И у меня на столе сейчас подарочек, который я получила от Юлечки Капелюх. У Юлечки есть своя группа ВКонтакте, также в Инстаграме и в Вайбере. Все ссылочки я оставлю в описании. Давайте смотреть, что же внутри. Покажу вам вот такой подарочек, очень сильно мне понравился, это символ нашего 2021 года, вот такая коровка, ну или бычок, но мне кажется, это коровка, сделана своими руками, очень сильно мне понравилось, спасибо большое. А еще вот такая коробочка, а внутри, я когда увидела, у меня были такие эмоции, это просто вау, камера, конечно, не передает эту красоту, но как уже есть, смотрите, что мне пришло. Эта красота тоже сделана своими руками. Обязательно буду носить, мне очень сильно нравится. Вот такой красивый браслет. А еще в комплект к нему идут сережки. И то, что обожает каждая рукодельница, это материалы для нашего творчества. Вот смотрите, сколько здесь всего. Я в восторге, какие красивые серединки, ленточки, а также безумно красивая эко-кожа. И вот еще один пакетик с красотой. Юлечка по цветам угадала на все 100%. Обожаю такие цвета. Здесь тоже все очень красивое, а некоторые материалы у меня впервые. Вот смотрите, какие красивые серединки. Также патчи, кружево и очень много разного декора. Если вы еще не подписаны на эту группу, вам всем настоятельно рекомендую. У Юлечки очень качественный товар и очень большое разнообразие. Я уже сказала, что ссылочки оставлю в описании.
И наконец-то я добралась до этой красоты. Это просто огромные бантики, их можно просто посадить на заколочку, и все, украшение готово. Они нереально красивые. И вот смотрите, по ширине они получаются 7 сантиметров. Мне очень нравятся они и очень красиво переливаются. Ну а вот эко-кожа, это что-то с чем-то. Это белая вообще просто бомба. А еще моя любимая, северное сияние эко-кожа. Вот какая красота. И розовый, и голубой. Все цвета, то, что надо для бантиков. А еще вот такой красивый мех. Юлечка, большое тебе спасибо. Ты меня очень сильно порадовала. Так подняла мне настроение. Хочется творить и творить. И ждите скоро новые мастер-классы с этих, конечно же, материалов. Ну, а на сегодня у меня все. Если вам понравился мой подарочек, ставьте пальчик вверх. И не забывайте подписываться на мой канал. Впереди будет еще очень много интересных мастер-классов. И до встречи в новых видео. Всем пока!